Друзья, для передвижения по Мехико самый удобный транспорт – это автобусы, которые здесь ходят, многочисленные, вот, и в том числе метро. Метро – это очень самый дешевый транспорт, очень быстрый и добирается практически, можно добраться в любой уголок Мехико-Сити, включая аэропорт. И самые главные достопримечательности и памятники Мехико-Сити. Поэтому мы сейчас спустимся вниз и посмотрим, что происходит внутри. Let's go! Гнида – это выход. Да. Давайте я расскажу. В древних гнидах майя говорилось, что... Нам переход на Эль Росса Мартин Каррера. Вот в метро, кстати, всякие находятся полезные девайсы. Продавцы, которые продают гаджеты, зарядки. Я, допустим, долго искал переходник на вилку, ну, потому что здесь другой разъем, вот, как и в большинстве европейских стран, в Америке, западных стран. Вот, и нигде не мог найти этот разъем. Вот, и именно в переходе, в метро, я обнаружил, что продавали то, что мне нужно. Такие есть продавцы, зазывают. Похоже, как будто они песни поют. Продавец. Всякие штуки вкусные, типа халва, да. Вот, вот и вагон подошел. Все, отлично, все, заходим. Пройти сесть. Нам несколько станций едет. Софья, как дела?